обеспечивать электроснабжение всех потребителей нашего комбината. Это и экскаваторы, и насосные установки водоотлива, ремонтные боксы, АБК, в которых находится персонал. Энергетическое сердце нашего предприятия – это подстанция 154 на 35 на 6 кВт ГПП-7. Данная подстанция построена по последнему слову техники, со своей автоматизацией, диспетчеризацией, системами блокировок для предупреждения человеческого фактора. Обслуживают данную подстанцию высококвалифицированный персонал, который постоянно занимается самообучением. Построена данная подстанция на базе всемирно известной компании IBB. Передача электрической энергии происходит круглосуточно, вне зависимости от дня недели, погоды, времени года. Самая большая энергоэффективность – это электрификация. Это электрификация экскаваторов в карьере, электрификация железной дороги, которая перевозит руду из карьера на фабрику. Мы уделяем огромное значение безопасности нашего персонала. У нас есть разработаны свои системы допуска персонала, без которых необученный персонал и не знающий не сможет начинать выполнять работы. И этот комплекс мер минимизирует человеческий фактор и повышает безопасность эксплуатации оборудования. Снижение карбонового следа, улучшение экологических показателей, экономическая эффективность. Это основные показатели, которые зависят от качества электроснабжения предприятия. Это то, чем мы здесь сегодня занимаемся.